Ряд новых объектов показали Касым-Жомарту Токаеву в новой области ЖТСУ. Глава государства второй день находится в регионе с рабочей поездкой. На президентском маршруте Каратальский историко-краеведческий музей города Уштөбе. Местные краеведы рассказали интересные факты о писателе Кемеле Токаеве, народной артистке Казахской ССР Бекен Римовой, поэтах Жырау и других знаменитых выходцах этого края. Осматривая артефакты, глава государства подчеркнул, что такие культурные объекты важны для развития общества. В завершение Касым-Жомарт Токаев оставил памятную запись в книге почетных гостей, а позже встретился с местной интеллигенцией. И от имени жителей вот нашего района разрешите выразить вам огромнейшую благодарность за такое внимание к нашей земле. Наш район преображается с каждым днем, строятся школы, дома, улучшаются дороги, асфальтируются, а сколько построено детских площадок. После президент посетил новый гуманитарный колледж Уштөбе и врачебную амбулаторию. Продемонстрировали президенту и как работает одна из старейших школ региона. Она носит имя Кемеле Токаева, отца главы государства. Президенту показали кабинет-музей, где выставлены произведения писателя и его личные предметы. В завершении глава государства побывал в новом строящемся микрорайоне в центре области ЖТСУ. Здесь возводится 41 жилой дом, цена вопроса 28,3 миллиарда тенге. В планах строительства газовой котельной и школы и развитие правого берега реки Каратал. Касым-Жомарт Токаев отметил, что поручил правительству изучить эти вопросы и принять эффективные решения.